они все герои. Вне зависимости от того, есть у них ордена или нет. Они прошли это страшное испытание. Те, кто каждый день, как на работу, выходил под пули, под танки. Кто день за днем, год за годом, шел и шел, метр за метром, пересекая страны, чтобы наша страна стала свободна. Чтобы весь мир стал свободным. Герои и те, кто остался дома, кто был далеко от линии фронта, но проходил не меньшие испытания. И точно невидимая нить, поддерживающая и тех, и других, помогала справиться с повседневными ужасами войны. Почта, письма на фронт поддерживали солдат. Письма с фронта помогали справиться с унынием тем, кто ждал. Простые письма от простых людей помогали победить. Не так много писем той поры сохранилось до наших дней. Сегодня это уже не просто часть чьей-то жизни, это настоящий документ эпохи. Герой нашей программы – наш земляк Борис Иванович Князев. Его жена, Любовь Князева, сумела сохранить все письма мужа, пришедшие с 1938 по 1944 год. Их дочь Людмила Борисовна передала письма отца в наш краеведческий музей. Это не героическая переписка. Но именно такие негероические герои составляли большинство из тех, кто сделал победу возможной. Из мелких подробностей, описанных в письмах проблемы и эмоций, составляется настоящая картина того, как жили и выживали люди в условиях страшной повседневности войны. Мы прочитаем лишь фрагменты некоторых писем Бориса Князева домой. Сам Борис Иванович пропал без вести в январе 1945-го в предместье Будапешта. Здравствуйте, дорогие Люба, Женя и Люда. Знаю, что вы пока живы, да и здоровы. Значит, и мне легче. Ты написала, что пойдешь в Ликшур на уборку. Если в самом деле будешь работать в Ликшуре, это куда лучше без ума. Может, хоть малость заработаешь хлебца. А нам, видимо, все равно еще в этом году дома не бывать. Так что еще тебе придется коротать дни и пережить трудности одной с детьми. От Кузьмы вчера получил письмо. Он женится, ну и хвастает. Хвалит свою кралю, что за птица. Знаешь, милая, сегодня такое настроение противное, что не могу собрать в голове мысли и сосредоточиться, чтобы тебе написать что-либо. Наверное, мы сегодня двинемся вперед. До сих пор голова была цела, а что будет завтра, знать нельзя. Я все думаю только о возвращении домой. Когда же это время настанет? Да и настанет ли, нет ли? Вот пока и все. Здоровье мое пока все в порядке. Целую вас всех. Ваш Борис. Привет матери. 20 августа 44 года. День авиации. Воскресенье. Румыния. И все-таки в самом начале октября 1944 года Борису Князеву был предоставлен краткосрочный отпуск на родину. Почти неделю пробыл он в Глазове с женой Любой, детьми Женей и маленькой Людой, с матерью. Но дышать миром пришлось недолго. В ночь на 10 октября Борис выехал со станции Глазов в расположение своей части. После короткой передышки его снова ждала война. Дорогие мои, Люба, Женя, Люда и мама, еду один, скоро приеду, а вы бы знали, как тяжело ехать, хоть все время плачь, да стыдно людей, до того трудно, хоть назад возвращайся, но нужно ехать. Уж сколько раз вы меня проводили, но так грустно не было еще никогда. А чем заглушить грусть? Хорошо, хоть можно вино купить. Пью, думая, что может в последний раз. Что-то такое предчувствие, как будто теперь вовсе никогда вас не увижу. Эх, Люба-Люба, дорогая, почему ты не рядом со мной? Если бы была рядом, я бы не так страдал.
как хочется тебя еще раз поцеловать. С приветом, ваш Борис. До свидания, милые. 10 октября 44-го. Люба! Люба, пишу второе письмо в Москве. Сижу 2 суток и не могу выехать. Разве сегодня, около полуночи? После отъезда кое-как начинаю очухаться. Было, что хоть под вагон кидайся. Как тяжело. И черт меня дернул съездить к вам. Жил бы, воевал. А теперь все снова начинай, что было за 3 с лишним года. Но надо выдержать. Может, встречусь вновь с друзьями, тогда немного забудется. По сегодняшней правде я узнал приблизительно, где находится моя часть. Надо будет ехать в Венгрию, через то же место, откуда выезжал домой. Когда доберусь на место, трудно сказать, но слишком не беспокойся. Привет деткам дорогим и матери. Крепко целую, как в последний раз. Твой Борис. 12 октября 44-го, Москва. Прости, что плохо написал. Ужасно неудобно писать. Привет из Киева, дорогие мои. Кое-как выбрался из Москвы и уже в Киеве. Сижу на вокзале. Билет уже есть. Вечером думаю выезжать дальше. Следующее письмо будет уже из Жмеринки. Мое положение становится очень плохим. Продукты не выдают. Питаюсь на остатки своих ресурсов, которые составляют одни слезы. Все это так испортило мое моральное состояние, что теперь каюсь, зачем я ездил. Одно расстройство – отчаяние. Сначала ехал, вполне понятно, на широкую ногу, а теперь дурак. Близок локоток, да не укусишь. Хоть бы товарищ был какой-нибудь знакомый, было бы веселее. А то все один да один. И черт его знает, почему получается так, что вся жизнь как-то идет совсем по-бестолковому. Одна только удача, что все же хоть съездил к вам, и не рад этому. Скоро ли я опять буду получать твои письма, когда я сумею дать свой адрес? Теперь опять наша жизнь пойдет только на письмах. Как это плохо. Но пока все. Будьте здоровы. Целую крепко. Твой Рыжий. 14 октября 44 года. Здравствуйте, дорогие. Привет тебе, Люба, из далекой Венгрии. Привет матери, Жене и Людочке. Пишу только второе письмо после прибытия в свою часть, но вы извините меня. Мы движемся вперед. Люба, дорогая, любимая, помни, дорогая, что ты для меня вся моя жизнь. Я живу и буду жить только для тебя. Не забывай об этом никогда. Но, быть может, что случится со мной? Я думаю, что ты все же меня поняла до конца, до чего я был предан тебе, и в этом мнении останешься до последнего дня. До свидания, дорогая. Привет и целую дорогих моих Женю, Люду. Привет матери. 5 ноября 44 года. Целую, твой Рыжий. Здравствуй, Люба. Очень немного хочу написать. Сейчас написал письмо Нине Александровне. Мужа ее, Игната Владимировича, убила 25 ноября в Венгрии. Потерял я самого дорогого друга. Провоевать 4-й год, пройти несколько тысяч километров с боями и перед самой победой погибнуть. Как все это тяжело и горько. Сейчас бои прекратились, живем почти в 100 верстах от передовой. Но как ты живешь? Скоро ли ты напишешь мне письмо? Как я жду твои письма? Одним словом, пиши скорее и чаще. Целую Женю, Люду, привет матери и всем. С приветом и крепким-крепким поцелуем, твой Борис. 1 декабря 1944 года.
Князев Борис Иванович. Родился 25 июля 1915 года в деревне Умск Удмуртской АССР. С октября 1930 года обучался в Глазовском кооперативном техникуме на счетно-экономическом отделении, который закончил 1 января 1933 года. С этого же года работал бухгалтером сельского совета. В 1936 году был призван на действительную военную службу в РККА, которую проходил в должности красноармейца до 1938 года. 27 июля 1941 года был мобилизован в действующую армию. 3 января 1945 года лейтенант Князев Борис Иванович пропал без вести в районе населенного пункта Кабанье в предместье города Будапешта.